У новосибирских спортсменов завершился отборочный тур на чемпионат России по стрельбе из лука. Соревнования прошли накануне. В турнире поучаствовали лучшие российские и зарубежные лучники. Об особенностях этого вида спорта Анна Буянова. В детстве Наталья Алексеенко мастерила лук и стрелы из прутьев. Сегодня же стреляет из профессионального оружия. Выбрать этот вид спорта девушке посоветовал окулист. Врач сказал, что зрение садится, надо выбрать какой-то спорт, который позволяет смотреть, концентрировать внимание вдаль. И у меня оказался рядом клуб, я пошла туда, попробовала, и действительно зрение у меня восстановилось 100%, и даже сейчас я вижу на 70 метров попадания. Чтобы попасть в цель, необходима полная концентрация, правильное дыхание и точные движения. Стрелку нужна и хорошая физическая форма. Участники чемпионата Новосибирской области, которые наберут наибольшее количество очков, войдут в сборную региона. Это самое важное соревнование региона нашего, ну, в смысле Новосибирской области, потому что отбор происходит. И здесь присутствуют, наверное, все, кто собирается в дальнейшем ездить на чемпионат Сибирского федерального округа, на чемпионат России, Кубок России, который в августе состоится. Участие в новосибирских соревнованиях в этом году принимают стрелки из разных городов России, Голландии и Франции. Все спортсмены разного уровня и возраста. Иностранцы на место в сборной нашего региона не претендуют. Их цель – познакомиться с единомышленниками и получить опыт. Здесь для классического лука соревнования только на 70 метров. Во Франции соревнования проводятся и на 50, и на 30 метров. Равных новосибирским стрелкам из блочного лука на соревнованиях в этом году не было. Наши земляки завоевали золото в женских и мужских дисциплинах. Теперь они представят регион на чемпионате России в августе. Анна Буянова, Екатерина Макаркина и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!